Победа, видеообзор на ноутбук HP. Собственно, внешнее состояние ноутбука отличное. Потертости особо значительно каких-то нету. Экран абсолютно целый. Экран выгорания нету. Здесь также корпус в отличном состоянии. Сколов, трещин нигде никаких нету. Так, ноутбук работает от аккумулятора. Собственно, аккумулятор у него в хорошем состоянии, разряжается не особо быстро. В комплекте идет зарядное устройство, тоже оригинальное к нему. Так, здесь мы можем посмотреть характеристики ноутбука. Процессор у него стоит AMD E2 9000, 4 ГБ оперативной памяти. И также, ну, видеокарта у него не будет встроена, будет встроена в процессор. AMD Radeon Graphics процессор. Собственно, полностью работоспособный. Подключен к Wi-Fi, сеть Wi-Fi видит. Здесь на сайте KeyTest мы проверили клавиатуру. Клавиатура тоже полностью работоспособна. Ну и в YouTube можем включить, посмотреть, как работает у него звук. Ну и звук у него тоже полностью исправный. Те, кто боится, какого могущества ты можешь добиться. Откуда? Так, все работает отлично, ноутбук работает довольно шустро, без всяких проблем, так что покупки я рекомендую.